Пятизвездочный отель «Салюкс Хотел Москва» является частью комплекса китайского делового центра «Парк Хуамин». В жизни главное – это поступки. В нашем обзоре мы ответим на вопрос, что хотят нам сказать наши китайские соседи. Недавно построенный за 300 миллионов долларов отель расположен рядом с метро «Ботанический сад». Он находится под наблюдением комиссии Госсовета по надзору за госимуществом КНР. Нас встречает самый большой за пределами Китая традиционный парк и фантастическое фойе. Его дизайн посвящен теме богатства в китайской культуре. На первых двух этажах находится 15 конференц-залов. По задумке создателей, это часть Китая, его визитная карточка. Здесь вас дружелюбно встретят и договорятся с вами о взаимовыгодном сотрудничестве. Это не бизнес в его чистом виде. Все здесь пропитано глубоким уважением к гостю. Например, в туалетных комнатах второго этажа в отделке используются обои. Хозяева уверены в своих гостях, а в случае чего обои просто переклеят. В отделке общественных пространств и номерного фонда использованы качественные материалы и аксессуары. Именно здесь остановился председатель Компартии Китайской Народной Республики во время своего визита в нашу страну. Мы жили в одном из 340 просторных номеров. Его площадь более 40 метров. Просторные кровати, кресла отлично справляются с задачей отдыха гостей. А рабочий стол, высокоскоростной Wi-Fi, стационарный телефон с бесплатными звонками по Москве помогут поработать. Из панорамных окон номера открывается удивительный вид на ночную Москву. А днем мы видим часть парка, новостройки, трассу и православный храм. Отдельных слов заслуживает ванная комната. Это целая спа-вселенная к вашим услугам. Ванная и огромная душевая с тропическим душем. Здесь использован дизайнерский прием с прозрачным окном, так как сюда проникает солнечный свет. Но при необходимости окно тонируется. Все здесь управляется кнопками. Несколько сценариев освещения и шторы blackout дадут возможность хорошо выспаться. Холодильник, чайная зона, доставка еды в номер и многочисленные доставки Москвы вам не понадобятся. Ведь здесь есть рестораны отеля, куда могут попасть лишь гости отеля и их гости. Утренний завтрак начинается в 7 утра и длится почти до полудня, до 11 часов. Меню представлено китайской и европейской кухнями. Все блюда вкусные и питательные. Мне особенно запомнились мясные, рыбные блюда, гарниры из картофеля, свежевыжатые соки и шоколадные пирожные с настоящим шоколадным вкусом. Oh,
Поддержать спортивную форму после сытных приемов пищи помогут фитнес-студия и прогулки на свежем воздухе. Если вы известный блогер, крутой политик или занятой бизнесмен, то вы сможете взять интервью и принять судьбоносное решение и заработать все деньги мира, не покидая пространство отеля. Главное – это душа. А душой отеля является его дружная команда. Эти люди старались сделать наше пребывание комфортным, теплым и домашним. Им это удалось. Солюкс Хотел Москоу – это частичка Китая в России, куда хочется возвращаться снова и снова и снова и снова и снова и снова.